Черт, Ню Мэйли. Что за работу она предложила? Как она могла? Вы уходите? Моей дочери плохо. Хорошо себя чувствуешь? Хочешь, чтобы режиссер чувствовал себя беспомощным, умолял и просил тебя вернуться? Продолжай мечтать. Он уже нашел тебе замену. Он хочет, чтобы ты сам ушел. Когда ты все бросишь, то запасной актер сыграет твою роль. Ладно, он уже нашел запасной вариант. Так зачем мне оставаться тут? Алло? Наконец ответила на мой звонок. Наконец? Нет-нет. Сейчас я занята, очень. Нет времени поехать домой. Правда? Думал, ты намеренно прячешься от нас. Если так, то не стоит отвечать на твой звонок. Почему звонишь? Один из моих друзей болен, поэтому и я заболел. Если у тебя полно налички, может, вернешь? Твои слова все портят. Каждый, кто просит в долг, говорит, что его семья или друг заболели. Звучит жутковато. Не надо так. Я обязательно верну тебе деньги, если они у меня будут. Но как мне платить, если действительно нет денег? Разве ты не работаешь в шоу-бизнесе? Я уже все подготовил. Адвокаты и пресс-релизы. Я подам в суд, если не вернешь мои деньги. Как только выйдут новости, с тобой и твоим актером будет покончено. Если не вернешь деньги. Нет, стой. Ты не оставляешь мне выбора. Я не говорила, что не верну деньги. Я обязательно верну. Алло? Алло? Что за черт? Почему номер заблокирован? Не получается набрать. Почему я ответила на звонок? Нахальный дьявол. Кого ты проклинаешь? Ты спишь? Притворяешься? Ты права. Я долго думал. Я не могу бросить все, когда натыкаюсь на препятствие. Я не должен отклоняться от этого. Боже. Я выходила ненадолго. Как ты дошел до этого? Сядь. Сядь. Я выходила ненадолго. Как ты изменил свое решение? Расскажи мне, через что ты прошел? Умоляй. Умоляю. Расскажи. Я хочу быть актером. Мечтал об этом все эти годы. Но мой характер не так хорош. Я продолжаю мечтать, не достигая цели. Спустя столько лет, я понял, что не могу проиграть. На этот раз я должен продержаться. Режиссер Пен хочет, чтобы я потерял интерес? Ладно, так и сделаю. В любом случае, одному из нас придется уйти. Но этим человеком буду не я. Мне нравится твой настрой. Чем больше будешь работать, тем больше удача повернется к тебе, знаешь? Иногда мало, иногда немного больше. Но ты сможешь накопить все по крупицам. Просто продолжай работать и бороться. Однажды удача улыбнется тебе. Знаешь, что самое лучшее в тебе? Что? Несмотря на то, что этот мир не относится к тебе мягко, ты все еще отвечаешь добром на зло. Ты слишком доброжелательна. Это комплимент? Разве не очевидно? В этом жестоком мире ты с позитивом относишься к другим. Понимаешь? Это доказывает, что я права. Давай. Что это? Размер 42. Тебе подойдет. Погоди, ты не поняла. Она же белая. В сцене я был в черной обуви. Смотри, черный маркер.
Давай красить. Может, там сядешь? Как ты мог сказать такое? Давай помогай. Крась сам. Минутку. Я же сказала, что у меня нет денег. Нет, 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 нет. Хорошо, сейчас открою. Хватит стучать, сломаете. Не знаю, что и сказать. Ты уже взрослая, но у тебя нет сбережений, только куча долгов. То, черт возьми, это банда. Кучка придурков. Кто знает, что они сделают, если придут сюда. Пусть приходят. Забери меня отсюда. Пусть делают со мной все, что хотят. Избавлюсь от всего стресса. Жизнь — это не драма. Делать все, что они хотят? Ты просто ищешь неприятности. Тебе кажется, что я ищу их? В жизни есть взлеты и падения. Это вполне нормально. Умереть грандиозно и впечатляюще, как человек-легенда. Это лучше, чем умереть в одиночестве. Я думаю, ты хочешь все испортить. Давай. Съешь сладких клёцок, только не плачь. Что? Горячо? Нет. Я поправлюсь. Беспокоишься о своем весе? Ради бога. Ну и хорошо. Это значит, что у тебя есть надежда на жизнь. Это ксилитовые рисовые клёцки. Ты не поправишься. Давай. Мне интересно. Разве Тендан не твой друг? Ты просто покупаешь контракт у своего друга. Почему бы тебе не встретиться с ней лицом к лицу? Ты такой смешной. Даже если это старая курица, которую растили 10 лет, тебе все равно придется заплатить. Это зависит от того, откладывает ли она яйца или нет. Не сглазь. Однажды Цзэ Юй достигнет успеха. Я не говорю, что не стоит тратить на него деньги. Вы же друзья. Почему не хочешь платить ей в рассрочку? У тебя трудное положение, неужели она не может отложить на пару дней? Тендан тоже нуждается в деньгах. Или она не отдаст Хао Цзиюя мне? Ей нужны деньги, а у тебя их нет? Это не твое дело, ладно? Я ничего не покупал. Если она подаст в суд, что тогда? Она не может выкинуть тебя из этого дома. Было бы так просто. Если Цзэ Юй преуспеет, я стану его клеймом. Не могу поверить, что в тебе еще есть человечность. На самом деле ты заботишься о других. Если его заклеймят, это отразится на его карьере. Ты начинаешь раздражать. Почему пришел? Да так. Зашел повидать тебя. Не надо было. Что, хочешь еще? А? Ну почему я такой придурок? Моя дочь проделала весь этот путь, чтобы работать на нее.
Я не могу жаловаться на ее страдания. Я должен помогать ей. Я такой придурок. Извините, вы работаете? Нет, я закончил работать. Уходи. О, черт возьми. Как успехи? Вот, суп тебя согреет. Откроем ланчбокс. Вот, твои палочки. Ты не будешь? Нет, поем апельсин. Кушай больше, ладно? Ему надо прыгать в воду? Нанеси на него слой масла и... обмотай пленкой поверх нижнего белья, как можно плотнее. Чтобы вода не просочилась. Как закончится сцена, приготовь 2 мешка гранул. Если нет гранул, поможет китайская водка. Давай, давай, давай. Вот, держи. Держи. Что? Можешь убрать. Я в порядке. Мне не холодно. Забыла идею своего отца? Я весь полиэтиленовой пленки. Если тебе не холодно, почему обмотал себя как пингвин? Сюда, скорее! Они зовут тебя. Что? Разве ты не надел коленные подушки? Можешь забыть об этом. Они просили меня еще больше опуститься на колени. Так больно. Придурок. Что потом будем делать? Их невозможно носить. Что? Ты ведь шутишь? Иди к черту. Почему ты набросилась на меня в такой момент? Пора ужинать. Можешь поиграть позже. Сказала же, что у меня нет денег. Сколько задолжала? 300 000. Ты просто купила контракт у друга. Почему бы тебе не встретиться лицом к лицу с ней? Она не сможет выкинуть тебя из этого дома. Если Цзи Юй преуспеет, я стану его клеймом. Ты мой единственный друг. Алло, Ву? Это я, Фу. Да, давно не виделись. Ты же хотел купить мою машину, верно? Конечно, продаю вместе с лицензией. Эта убитая машина не стоит и ломаного гроша. Ха! Да, я хочу уволиться. Выйти на пенсию и наслаждаться жизнью. Я всю жизнь служил людям. Пора бы взять перерыв. Когда придешь посмотреть на нее? Ладно. Хорошо. Передай привет отцу. Увидимся.
Брат, она выглядит не очень, но двигатель и колеса в полном порядке. Даже сиденье поменял. Она как новое вино в старой бутылке. Деньги потратишь не напрасно. Ты относился к ней как к своей жене. Зачем мне беспокоиться? Кроме того, это не та машина, которая стоит больших денег. Честно говоря, если бы не лицензия, я бы не стал назначать цену. Почему продаешь ее? Разве я не сказал? Хочу уволиться. Всю жизнь служил людям. Теперь, когда дочка выросла и нашла работу, пора бы и на отдых. Скажи правду. Тебе нужны деньги? Если так, скажи. Я займу тебе. Тебе не надо продавать ее. Да в чем дело? Я не курю и не играю в азартные игры. У меня нет плохих привычек. Я пью и время от времени. У меня хороший аппетит. С чего это мне нужны деньги? У тебя все хорошо? Тогда не буду продавать. Почему зациклился на этом? Просто хочу выйти на пенсию. Ты долго меня допрашиваешь. Это моя личная жизнь. Хорошо, не буду спрашивать. О, 200 грандов. Возьми. Я доверяю тебе. Мы не будем подписывать контракт. Сделка на слове. Оставлю ее здесь. Заберу ее завтра. Нет, нет, брат. Не надо. Мы должны тщательно вести учет. Нужно подписать контракт. Я не могу передать право собственности на мою лицензию. Если не подпишем контракт и со мной что-то случится, что будешь делать? Не говори чепухи. Ладно, подпишем. Не будем заморачиваться. Достаточно отпечатка пальца. Мы оба из старшего поколения. Обещание лучше, чем контракт. Правда. Слишком много оговорок заденут наши чувства. Точно. Брат, спасибо. Приятель, мне очень жаль, но у меня нет выбора. Мы оба покатаемся в последний раз. Следи за движениями. Еще раз. Хорошо. И последний раз. Не копайся. Мотор. Снято. Еще раз. Еще раз. Мотор. Снято, снято, снято. Дзи-юй, у тебя есть мозги? Ты что, парализован? Еще раз. Сейчас. Готовься. Мотор. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Снято, снято, снято. Что ты делаешь? Думай головой. У тебя есть мозги? Режиссер Ву. Эти провода. Передвиньте их. Ладно, попробуем еще раз. Живее! Еще раз! Готов? Мотор! Готов! Давай! Снято! Дзи-юй! Что ты делаешь? Снято! Еще раз! Легонько коснись и сможешь спуститься, или мне сделать за тебя! Давай! Готов? Мотор! Снято! Снято! Я же просил коснуться! Режиссер, успокойтесь. Ладно. Этот парень как 80-летний старик. Такой глупый. Еще раз.
Мотор! Снято! Стоп! Время обеда. Пора есть. Цяо-цяо, пообедайте. Уберите все. Сначала покушаем. Зайой! Режиссер, мы идем есть. А ты сиди там. Ты знаешь, что эти съемки довольно хлопотные? Мы быстро поедим, а потом продолжим. Спасибо за усердную работу. И давайте идем на обед. Ладно. Пообедайте вместе. Режиссер Цяо-цяо, идите. Я буду через минуту. Режиссер, не волнуйтесь. Я буду сидеть тут. Я совсем не голодный. Наслаждайтесь обедом. Идем, обед готов. Идите, встаньте. Получите свой обед. Режиссер заказал много еды. Идем. Не ждите его. Он не придет. Почему? Иди кушать, ладно? Зови меня Син Линь. Сегодня ему пришлось сняться в сцене боя. Он все еще связан проводами. Зачем они так с ним? Быть актером нелегко. Пропустить прием пищи не такая большая проблема. Пока. Давай, давай, сюда. Спасибо. Хочешь подавать еду? Кто ты? Неужели думаешь, что такую работу могут выполнить все? Болезнь передается через рот. В нашей компании столько людей. Если ты что-нибудь добавишь в еду, кто будет ответственным? Нет. Я всего лишь ассистент. Я была здесь. Знаете меня? Разве я похожа на вредителя? Не могу сказать с первого взгляда. Режиссер же выгнал тебя. Хао Цзиюй тоже страдает. Может, ты затаила обиду и собираешься отомстить. Если бы хотела этого, не ждала бы до сегодняшнего дня. Говорю уже. Я просто хочу подавать еду. Вот и все. Вы можете одолжить мне карточку сотрудника, чтобы отнести ему еду. Я быстро вернусь, обещаю. Оставь меня, ладно? Нет. Иди. Немного. Иди отсюда. Подождите. Что если... Я вымою все чашки и палочки. Для вас. Вы же добродушный. Вы поможете мне, да? Если волнуетесь за еду, я не буду подавать. Просто вымою посуду. Ладно. Только один раз. Спасибо, спасибо. Быстрее возвращайся. Почему так много положил? Ты на крыше, как мне передать тебе еду? Зачем пришла? Принесла еды. Не волнуйся, я не смогу поесть. Как мне есть на крыше? Сама кушай. Как мне подняться? Постой. Куда идешь? Вот яблоко, я кину его тебе. Нет, 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 нет. Не кидай, я не смогу поймать. Я же упаду, если попытаюсь поймать его. Хочешь убить меня? Забудь, я не голодный. Нет. У меня есть сосиски и печенье. Не буду, не бросай. Вот. Еще. Хватит. Для меня достаточно. Я всего лишь утолю голод. Подожди. Как ты сюда попала? Откуда эта карточка? Это? У меня свои приемы. Я не скажу. У меня хорошие связи. Принесла с собой телефон? Телефон? Да.
Позвони мне. Горло болит от крика. Ты устал? Так все и происходит. Понимаешь? Люди должны вместе экономить время. В последние дни вся команда ждала меня. Она потратила много времени. Поэтому, если смогу сэкономить время ради них, то готов на все, что угодно. Ты все утро на проводах? Конечно. Ладно. Не волнуйся за меня. Тот ланчбокс. Можешь съесть сама. Мне нельзя много есть. Мне нужно летать тут и там. Поэтому меня может стошнить. После того, как закончится обед, сразу начнем снимать. Я же не могу задержать график съемок. Я всегда придираюсь к тебе. Теперь подумай об этом. Я тоже никуда не гожусь. Прошло много лет с моего дебюта, но я впервые привязан к проводам. Смешно. Я буду летать. Но... когда я заработаю денег, я куплю тебе набор этих проводов, чтобы ты могла развлекаться дома. Режиссер, вы издеваетесь над ним. Все будет намного проще, когда он уйдет. Беги отсюда, как можно быстрее. Они почти одинакового размера. Просто обойдись этими. Не видишь, они специально это делают. Почему бы не поменять обувь? Делай так, как я говорю. Или можешь уйти. Это нужно Цяо-Цяо. Она не промокла под дождем. Хорошо, еще раз. Снято. Стоп. Еще раз. Давайте еще раз. С нас хватит. Говорю же, давай уедем домой. Не возненавидишь этот фильм? У них есть запасной. Мы просто окажем ему услугу. Чем больше буду мучить себя, тем дольше буду противостоять. Но зачем? Видишь тот ланчбокс? Каждый день меня ждет этот ланчбокс. Я просто так не сдамся. Я должен съесть его завтра. И послезавтра, пока не закончатся съемки фильма. Если этот фильм станет моей последней работой, я же смогу сэкономить больше денег для тебя и Мэйли, верно? Шутишь? Нет. Ты чуть не спрыгнула, когда пыталась удержать меня, помнишь? Око за око. Самое важное, я хочу показать Мэйли, что она сделала правильно, взяв меня к себе. И чтобы режиссер понял, что я хорошо сыграл. Сначала я собирался одобрить свой фильм. Фильм скоро выйдет. Он будет очень хорошим. Извините, что заставил вас ждать. Надеюсь, он понравится вам. Спасибо. Спасибо. Извините. В чем дело, Тяо-Тяо? Вы заняты? Уже поела? Нет, я на диете. Диета, ясно. Кое-кто передал мне эту коробку. Возьмите. Точно, у вас аллергия. Я совсем запутался. Вы заняты каждый день, но думаете обо мне. Я тронута. Да, чем могу помочь? Есть кое-что. Когда у меня съемки со второстепенным героем? Ну, у вас будут 2-3 сцены. Скоро. Не так много, но они важные. Я подумала, мое расписание забито. Поэтому хочу передвинуть их вперед. Задний план можно снять позже. Мне не стоит волноваться, если для меня будет сцена, и мне придется уйти. Ну... так? Я подумаю об этом. Спасибо. Я вас оставлю. До свидания. Передохните.
Закончили кушать? Мы готовы. Я собрала всю посуду. Точно. Я проходила мимо. Эти орехи для вас. Кажется, они вам нравятся. Не могу поверить, что вы так осторожны. Тогда завтра ваша карточка. Поговорим об этом завтра. Ладно. Тогда я пойду мыть посуду. Спасибо. Сяобэй, ты не был занят? Ты так часто приходишь сюда? Моя работа не настолько важна, как встреча с вами. Теперь ты живешь в уединении и редко выходишь. Если я не приду сюда и не поговорю с тобой, ты умрешь от скуки. Я прячусь от своих долгов. У меня нет каникул. Не приходи так часто, иначе попадешь в неприятность. Они часто приходят. Почему я уловила намек на веселье? Боишься, они придут за мной? Ты молодой. У тебя свой круг друзей. И все же ты так часто приходишь сюда. К чему это? Если скажу, что мне скучно, поверишь? О чем ты? Для меня это весело. Ты говоришь, что борешься за деньги. У меня никогда не было такого опыта. Ты принимаешь мои страдания как веселье. Не пойми неправильно. Каждый проходит через испытания в течение жизни. Пей меньше. Попробуй. Неплохо. За свою жизнь я пережила многое. Но впервые кто-то даже не пытается скрыть своего веселья. Мэйли, не пойми неправильно. Если я скажу, что не являюсь сторонним наблюдателем, я совру. Но это правда, что я помогаю тебе пройти через это. Пойду мыть овощи. Кстати, я поняла тебя. Что вы делаете? Кто вы? Где Нью-Мэйли? Нью-Мэйли! Нью-Мэйли! Почему кричите? У меня тот же вопрос. Почему ищете ее? Ты не в том месте, чтобы задавать мне этот вопрос. Паренек, я бы дал тебе совет. Ты молод, тебе еще предстоит долгий путь. Не нарушай закон только для того, чтобы временно прикинуться крутым. Ты погубишь всю свою жизнь. Я тоже так скажу вам. Вы пожилой человек. Почему все еще ходите по улицам? Вам бы уже пора уйти из банды. Вам нужно ухаживать за цветами и завести собаку. Прекрати нести чушь. Зови Нью-Мэйли. Считаю до трех. Если не увижу ее, то я... Здесь 100 грандов. Я плачу часть ее долга. Берите и уходите. Кто ты такой? Ее друг. Платишь ее долг, как друг? И что? Я помогаю, Мэйли. Вам пора на отдых. Я делаю это ради веселья.
У тебя есть просто лишние деньги. Фу. Знаете друг друга? Да. Это просто недопонимание. Ну, Фу, присоединишься к нам? Хот-пот? Я как раз не ел. Раз мы друзья, поедим вместе. Не стой тут, принеси палочки. Поторопись. Я не выношу твоего вида. Где он? Ушел. Ушел? Он хороший человек. Вот 100 тысяч юаней. Возьми и оплати часть долга. Нет, нет. Это мое личное дело, сама справлюсь. Во время кризиса что ценнее, достоинство или жизнь? Если честно, я пришел отдать деньги. Как и сказал, я правда хочу помочь тебе. Не надо возвращать. Отдашь, когда будут деньги. Если не по себе от этого, я не против процентов. А если я не заработаю денег? Хорошо. Хорошо. Пока. Мне 2 жареные палочки и 2 паровые булочки. Ладно. И 2 яйца, соевое молоко упакуйте. Ладно, держите. Горячо. Жареные палочки. Мне вот эти свежие? Конечно. Только приготовленные. Сколько с меня? По 2 жареные палочки и яйца. Еще. 2 яйца. 20 юаней. Вот. Вот, без сдачи. Доброе утро, Мэйли. Фу дома. Хорошо. Так рано пришла? Да. Фу! Эй, открой дверь. Перестань стучать. Эта дверь старинная. И дорогая. Если сломаешь, придется платить. Что, она же обшарпанная. Я могу содрать с нее краску, просто поцарапав ногтями. Ценная чепуха. У тебя куча долгов, и ты все еще играешь в мешочки с деньгами? Не стоит. Не надо, я уже купила завтрак. Принеси тарелки, позавтракаем. Давай. Клади на тарелки. Это хот-пот. Позже приготовлю тебе. Ты глупый, что ли? Я была на свидании. Почему тогда приходил? Не можешь спасти свою задницу, а думаешь о свиданиях. Тогда что мне делать? Каяться и плакать? Слезы мне не помогут и не решат проблему.
У меня большие неприятности. Можно же веселиться. Почему искал меня вчера? Собираешься помочь мне? Сколько зарабатываешь на такси? Не делай из себя дурака. Возьми обратно. Прекрати. Здесь 200 тысяч. Возьми и оплати. Остальные отдам на днях. Откуда достал деньги? Что? На днях? За что? Я продал машину. На днях подпишу договор. Она не стоит и ломаного гроша. Ты же не продал почку? Что ты творишь? Я уже стар. Мои почки в плохом состоянии. Если бы захотел продать, никто бы не заплатил. А эта машина не стоит и ломаного гроша. Вот лицензия, да. Знаешь, что такое самозанятый водитель? Это таксисты, которым не нужно платить за работу по контракту. В Пекине их 1157. И я один из них. Лицензия стоит от 300 до 400 грандов. Фу, ты что, спятил? Ваше существование зависит от этого? В этом случае я должна продать свой фургон. Ты не можешь продать его. Он для особых случаев. Кроме того, его перепродавали. Даже если продадим, это не восполнит дефицит. Love.